Тягать железо лучше с утра, так тренировки эффективнее. Да и народу в фитнесе с каждым днем все больше, до лета всего 3 месяца. Казалось бы, кризис и не до красоты, но в фитнес-центрах придумали, как заинтересовать клиентов. Предлагают сэкономить. Например, то есть элементарно там не платить за службу полотенец, но также заниматься в клубе. То есть можно прийти со своим полотенцем, а это он уже экономит в год практически 5000. За красоту можно и вовсе не платить. На стадионах и в парках с каждым днем спортсменов все больше. Воркаутеры тоже открыли новый сезон. В этом году раньше, чем планировали. Выход на 2, подъем, переворот и подтягивание. Выполнить простые упражнения после 2-месячного перерыва совсем нелегко. Тимур знает, как быстро привести тело в норму и настроить на весенний лад. Заниматься надо меньше часа, чтобы не было большой нагрузки на мышцы. Вот, а заниматься надо через день, чтобы мышцы успевали отдохнуть, и это способствует большему их росту. Для того, чтобы привести свою фигуру в порядок, не обязательно тратить много денег и времени в фитнес-центрах. Достаточно 20 минут в день подтягиваться на одной руке, на второй руке. Вот только чтобы добиться эффекта, нужно делать это не как я, а по-настоящему. Дмитрий Дмитриев, Евгений Пуговкин для РТВ.